Как говорится, угадайте, что здесь происходит. Макс, открывай аккуратно, чтобы не это. Как и предполагалось, утки не хотят выходить. Не дети утки. В общем, выпуск уток осуществляется на болоте. Мы хотели сначала выпустить их в городе, но нас отговорили, потому что утки в городе плохо питаются, поэтому они будут питаться на болоте вдали от людей, если, конечно, они захотят выйти. О, боже. О, полетел! Давай, давай, давай. Мы такие, типа, чтобы им удобнее было спуститься, дойти до болота, потому что машина не может проехать. Нет. Да. Макс, ну разверни ты ее, пожалуйста. Не надо кидать, просто развернуть. Аккуратно берите, да, и... Ну, летят они правильно, в правильную сторону. О, молодец. Почти молодец. Вон тот, Юль. Не надо, не надо гонять сейчас, просто они сами должны подумать. Да, им специально сделали трап, чтобы они не падали из багажника машины. Макс, нежнее, пожалуйста, с утками. Ну, те, которые полетели, конечно, красиво пошли. Нет, 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 нет. Давай к остальным. К остальным. Слушай, Лиза, посмотри, у нее с ногой все нормально. Это какая-то хромоногая утка или что? Давай оставим пока эту утку. Ты подержишь ее, ладно? Да. Мне нравится это сопровождение уток до болота. Я, правда, ничего не снимаю того, что надо, но... Ну, вроде бы... Ну, идут они очень цивилизованно. Да. Они как будто бы знают, куда идти. Мы так старались, не протаскивали. Это и утки такие. Аргументируй. Нет, там машину заведенную, правда, оставила. Ну ладно. Не думаю, что ее кто-то здесь угонит. О, блин, я хлюпсом. Я хлюпиком встал. Хлюпиком встал? Ну так болото, вот оно. Хлюпаем дальше. Да, интересный выпуск, конечно. Уток.
И такая тишина. Я так понимаю, все, да, дошли? Ну, они дошли, только ты фифик поснимаешь. Болото вообще не располагает красивым зрелищным выпуском. Зато здесь нет людей, как можно заметить. Так, трясогузка. Это я для видео записываю, чтобы видео были чуть информативнее. Еще одна трясогузка. Молодая. Синичка. Это она? Нет, это другая. Это была под соль. Я там клетки. Да, вот, да, будь добра. Так, воробей полевой, вроде бы. Вороб. Еще один. Максим. Да, зяблик. Молодой зяблик. Итак, очень красивый щегол. Очень занят кусанием. Заряныч. Это большая можно птичка. А? Можно ладонь поставить. На ладонь поставить. Это чибис, выращенный из птенца. Да, хорошо. Молодец. Настя, ты можешь гордиться. Он полетел. Еще один воробей. Пошла очередь воробьев. Наконец-то пошли выпуски воробьев. Ага, кусается. И еще воробей. Тоже внезапная, не певчая птица. Карастель. Молодой тоже. Выращенный. Это классика. Летать они никогда особо не хотят. В основном бегающие товарищи. Так. Это ласточка. Сейчас покажу. Ласточка-воронок с синим колечком с номером телефона. Отлично. Так, еще одна городская ласточка или воронок. У него такие пушистые лапки. Пушистые лапки. И еще одна ласточка. Все птицы выращены здесь. Это зеленушка молодая.
Зеленушка с зеленым колечком. Трясогузочка. Так, еще одна трясогузочка. Очень хорошая, очень жирная зарянка. Вот такая красивая. Еще одна трясогузочка. Это прекрасная птица. Называется дубонос. Ему лучше не подставлять пальцы, он очень больно зажимает их. Клюв у него очень мощный, рассчитан на твердые семена и на оборону от людей. Очень злая птица, очень опасная. Это мухоловка, по-моему, пеструшка, если я не ошибаюсь. Сейчас попробую со спины показать. Вот такая. Тоже молодая птица. Внезапный воробей. Еще один. Тоже полевой. Еще одна зарянка. Мне абсолютно, я уже настолько, мне кажется, унылый комментатор выпусков. Извините, пожалуйста. Мы просто все немножко устали. Птицы выпускаются, да, в большом количестве в одном месте, но это не критично по той причине, что все они потом улетают с территории. То есть если бы у нас все наши птицы оставались на территории, у нас бы здесь уже было черт знает что. Но птицы начинают мигрировать в поисках корма, ищут себе новые гнездовые участки потом со временем, ну, на следующий год, если это мелкие певчие. Очень мало кто из наших подопечных остается здесь на постоянной основе. И еще одна зарянка. А, поймали. Настя, а эта зарянка дозревшая? Настя, мне кажется, зарянка тоже недозревшая. Да, она какая-то очень спокойная. Я тебе ее верну, пожалуй. Так, надеюсь, ты дозревшая. Да, вот это дозревшая.